Село в Алтайском крае, помогавшее казахам выжить в годы Голодомора, отпраздновало столетний юбилей. Торжественно поздравить и отблагодарить в Панкрушихинский район отправилась делегация из Щербактинского района Павлодарской области. Как выстраивалась долгая дружба, смотрите в нашем сюжете. К столетию со дня образования Панкрушихинского района прошли праздничные мероприятия с казахским колоритом. Два района связывает печальная и сразу светлая история. Во время массового голода на территории Казахстана в 30-х годах люди в поисках еды активно искали новое пристанище. И Панкрушихинский район стал домом для них. Ну как я попал сюда, как что, это годы Голодомора, это надо сказать. Наши когда предки, вот именно 100 лет почти тому назад, они пришли сюда. Вот. И здесь они не только выжили, но и состоялись. Стали настоящими хлеборобами, специалистами сельского хозяйства, высококвалифицированными специалистами сельского хозяйства и руководителями всех рангов. И вот благодаря вот такой помощи исторической мы продолжаем эту дружбу сейчас между двумя моими районами, где я жил по 45 лет в каждом. Вот такое отношение сегодняшнее как раз показатель, как живут мои районы. Вот такая приезд Щербактинского района с юртой, художественной самодеятельностью, с национальными традициями и радушная встреча моих родных панкрушихинцев. Продолжилось торжество приветствием делегации из Щербактинского района и большим концертом от местных музыкантов. Как поделилось руководство Панкрушихинского района, за столетнюю историю они пережили как взлеты, так и падения, но всегда шли вперед. Затем поздравила район с юбилеем делегация из нашей области. На площади я зачитала приветственный адрес от акима Щербактинского района сержана Ергаламыча Иманкулова. Разрешите мне сейчас здесь, со сцены, зачитать благодарственное письмо Дмитрию Владимировичу от имени депутатского корпуса Павлодарской области, который поздравляет всех жителей Панкрушихинского района Алтайского края с замечательным праздником, столетием образования вашего уникального, шикарного района. Пусть сотрудничество и дружеские отношения между Щербактинским и Панкрушихинским районами будут плодотворно развиваться и в дальнейшем. Желаем вам, жителям района, новых свершений, экономического процветания, стабильности, мира и согласия. Концертная и праздничная программа длилась в течение всего дня. Ермек Запаров, Алексей Бехедов, Ертыс Акпарат из Алтайского края Российской Федерации.